У нас были большие кадровые проблемы при этой игре. Три человека пропускали игру, под этого все результат. У нас те, кто вышли на замену, кто играли, они, к сожалению, на сегодняшний день не готовы играть полный матч. И мы проиграли из-за грубейших ошибок в обороне индивидуальных. Поэтому здесь, в принципе, о чем можно говорить. Все видели. Так в защите играть нельзя. Все три гола мы сами себе привезли. Индивидуальные ошибки, промахи такие, которые, честно говоря, в голове не укладываются. Но, тем не менее, пропустили. Один забили гол. Я думаю, что если бы не пропустили третий, мы могли бы дожать соперника. Но, к сожалению, мы запустили третий гол. Поэтому дальше уже было сложно выровнять ситуацию.